Конечно, я начинаю уборку уже в саду. То есть георгины надо будет срезать. Но срежу я их в конце сентября. То есть я их срежу, выкопаю картофелины и уберу их в гараж, подсохнут, потом опущу в подвал. Лаватера очень красиво цветет, представляете? Все лето сидела, думала о чем-то. Она где-то в конце июля только выпустила свои цветоносики. Сейчас красиво и хорошо, так прохладно, хорошо цветет. Здесь уже я все обобрала, ну это листики подрезала. Нету грунта у меня пересадить герань домой. Ну вот она как-то. Я думала, она попышней будет, конечно, но она как была вот дома такая полудохлая, такая она полудохлая и на улице. А хоста отросла, хоста хорошо вот. Вот упал забор. Сосед не делает вид, что не видит или не видит. Ну, думаю, ну и ладно, я не буду тоже говорить. Потому что это его сторона забора, это не моя. Ух, птички расчирикались как. Чирикали. На лесопилке лес, видать, привезли там. Трактора туда-сюда ездят. А птички-то как, ух, какая красота. Так слышно хорошо их.